Сейчас я бегу уже. Войду, надо порт поставить. Он зачем-то полетел в Даларан, мне просто. Третий спектр на танк. Охуеть, блядь, целую пачку бери 10 минут, блядь. Одно было пуляем. Сейчас. Подожди, быстро сумму. Все, можешь грибать его. Можешь стрельба дать, чтобы быстрее было. Банный макрос переписал. Ну его может не надо было второго. Тут один. Бульдуарский шлем меткости. Ой, я что он там взял. Да, есть смысл стерео, чтобы он разгонялся на ДПС. Когда я буду с бафом, ты под истерией патроны, я там, блядь, наверное, с выстрела убил босса. Ну, главное, сальва, да, тема? Так он уже сбросил. Не, он уже может сбросить. Угу. Так нет, ты можешь типа дать берет. На пул и еще сбросить, типа, ну. Как раз вообще ништяк будешь. Если грамотно типа сделаешь, то ты не стреляешь одному. ДК тебе не надо, там пал будет танчить.
Только ты смотри сам, ну, когда он на меня кинет метку, ну, только тогда ты его перетанчиваешь, не раньше. Да, то есть, ну, баф увидишь на ханах, на ханте. Там пауза знает, он что-то еще раз был с ним. Фулбаф. Давайте фулбаф. Фулбаф, хуяв-то, вся хуйня, блядь. ДК, твоя задача танчить среднего моба и маленького. Вот будет появляться такая синенькая руна, вот как это, видишь там. А чё с рыбой? Ты должен будешь вывести двух мобов на край этой лужи и поставить их, и мы будем бить по луже. Знаешь, все. Только следи за, ну, за бафом, чтобы на боссе баф на лутой руке. Два хила будем, нечаянно, короче, просто по КД кидаешь мне бурсту. Видишь, у него 60% маны, там 70, прям залил сразу ману в Цшке. Да, может, здесь сокнуть будете, как мрази, нахуй. Ну да, и там скоперируйтесь, нажмете гимн плюс тотем, короче. Или, блядь, я хотел, блядь, чтобы меня лучше к шаману, наверное, чтобы не кинули. Ну ладно, я типа даю баф миликов. Все там по готовности. Чё? А, окей. Алло. Алло, алло. Чё, ждём Саню, пока он там попиздит. Так, ребята, я здесь. Эх. Забывай пал диспелить, забери среднего быка. Выводи большой. Если каст будет, надо будет отбежать. Да, мы думаем, убьем его, блядь. С таким-то рейдом. По команде ренджу надо будет набрать. Набирайте. Саня, а Игорь Мак, встаньте на рейнджер. Остальные подруны. Я встану. Шаман встал, но сразу сдох там. Берри вообще. Надо Берри че. Okay. И не надо, уже не Берри, у вас не прохила нету полностью. Или не знаю, как хотите, короче. А гем есть? У вас все есть. Борин, давай поднимем. Вы долго думаете, блядь.
Вот у тебя тоже ошибка, то что не сразу не Бэрнин. Заносит. Так и заносит. А, чё, бью. Я увидел просто, что шаман резнулся сам. Я думал, что не стоит. Это, я сам на РНЖ буду стоять, а вы не, ну, не бегайте. Я буду, я же сам, я же выбегаю, типа, стою. Просто там метров 20 от босса набираете и стойте не друг с другом. Стойте каждый по отдельности, у нас тут не 25 человек. Чтобы руна только типа одного начала дамажить. И в момент того, когда после каста вот этот рунический щит, почти сразу же будет кидаться эта руна. Не стойте на месте, типа двигайтесь. Там типа даже наоборот, когда он каст руны делает, уже типа надо ранжу набирать по факту. Потому что там будет каст щита и каст руны. То есть вы не просто отбежали и остановились, а вы на протяжении всего момента до того, как он кинет лужу, двигайтесь, чтобы быстрее выбежать с ним. Лок, дай СС по шаману. Нам не обязательно щиток диспелить, пока мы не бьем этого среднего. Он дамажит или нет? Никто не знает. Ну там, когда он лопается на тебе, там что-то баф какой-то есть. Окей. Только я вот не знаю, или он пройти просто должен, или его взорвать надо. Баф по дороге дайте. Конечно, что-то полезное. Коня поставьте на что-нибудь полезное. Ты тем от силпироды ставишь? Да. Руна под босса. Больше. Mm-hmm.
Range 10 набирайте уже. У нас ДК вылетел. Блять. Че ж будет такое? Забирай войд. И арм, хуй знает. Сдайте что-нибудь, дим, дим. Там уже надо раз 10 набрать, это будет. Ну там хуй знает. Че с тобой такое, Антон? Меня в главное меню выкинуло, как будто хозяин зашел на скал. А он зашел? Я не знаю, но по идее он не в сети, Дискорде. Падай. А, с аккаунта выкинул. Может, он еще кому-то давал аккаунт, хуй знает. Там вообще никто не играл. Он не в сети 28 дней. Играл? Сейчас. Сука, это какое-то проклятие Маная, я ебал рот, блядь. Ну ты, Рю, прикиньте, сглазил нас, нахуй. Пошел к бабке сходил. Черт ебану. Ну все ж, блядь, нормально начиналось, блядь. Че ж нахуй, блядь, по пизде сегодня. Че там за хуйня? Че, ДК вылетел? У него с аккаунта выкинул. Сука, заебал, блядь. Тебя в смысле так и выкидывает? Или ты там что-то делаешь? Так, что там, ребаф обновили? Чек на готовность. Саш, лау. Блядь, сука. Thank you.
через 5 секунд короче набирать. Ну, танк кинул. Зайдите в круг, разойдите в круг. Наверное, Джона брать. Жена. Подведи подругу. Войда, прохильте. Бля. Шаман, потей. Выводи сразу, пожалуйста. ДЦ умер, бля. Ты соло хилишь. Так, ренжу наберите уже. Ренжу. Хроны 3 секунды. Мы не успеем набить его, блин. Инер, шаман. Да, блядь. Не надо. Смотри, мы нас двоих убило, потому что спавнится руна под большим, и ты стоишь еще 3-4 секунды ждешь. И он кидает просто под руной эту молнию, и она просто делает... Она усиленная типа кидается, что под руной. Ты просто стоишь под босса, ты сразу видишь, ты сразу его уводишь, а не стоишь, ждешь. Дайте 100 голд, пожалуйста, шаману. На починку нету. Почти сломался. Где ты там? Ну, сразу он не выйдет за секунду. И кидает он в 3 дальние цели от него молнию. Так он под бафом ее кидает. Ну, так он за секунду же с нее не выйдет. Ты видел у босса фрейм какой? Хитбокс. Ну, типа, не, я, ну, понятно, что он прям моментально не выйдет, но, типа, он просто успевает какой-то промежуток времени постоять, она типа, шел. Ты можешь взять второго фокус, и когда ты видишь каст руны, ты можешь уже начинать вести босс. Кстати, да. Здесь не нужно 3 хила, просто ассист дайте небольшой. Вы когда разбегаетесь, вот уже на втором, да, мобе, и хилить вас крайне неудобно. А шаман все-таки, он зависит от цепнухи. Сами себя хотя бы схилите, все, кто может. Сова там, кто паладины и так далее. Ну, а я себя хилю, я не просто иду. Минимальный ассист. Что может получиться так, что и приист, шаман, и шаман... Да. И... Или нет, не помню. И шаман, и приист, мы в одном месте стоим, и кого-то можем не похилить. Мне кажется, ты горе спасил. Шкаф поставь там, арты суманем. Рыбку кушайте. Друид, оставь как раз-таки вот этот вот масхил или что-то там юзаешь, не помню, как называется, на вот на эту фазу, когда мы все разбегаемся и прохил нужен. Лучше там оставь. Давайте чек на готовность.
Арт, лапу квасит. Лапу. Все, все готовы. Руна под боссом. Шимон, Шимон, у тебя встать КД? Да. Где СС кинуть? Набирайте ранжу, только не очень далеко. Ой, двигайся тоже. Оси сдадите. Сейчас руна будет. Сова, сейчас похилишь. Набирайте ранжу. Я транкил, да? Блять, ёлок. Саня, тебя скоро забирай, беру готовься. Ну хуёвых-то ем очень. Руна, каструны, смотри там. Похильте сначала, похильте, потом будете бить. Сейчас он уже 200к, 150к у него. Можем не ждать руну, можем убить. Как умирает, сам умирает на пункте. Саня, давай, готовься. Выбирай там. Какая хуйня, блядь. Истерию можешь дать ему, фанту. Это поступ сначала, я говорю. Все так и ставь, держи. Че там, как гери, хуери? Еба! Ебать, у меня полюхи, ебать. Дайте геру, а все есть. Есть геру. Полетели. Бля, еще у меня руна пропала, хуево. У тебя ревностный есть, плюс-минус? Есть. Только Саня, ну, когда будет конец бафа, убежать не бежать. Да, сейчас прожимку под этот каст. Он один на рендж, выйдете кто? Я выйду. Остальные под босс, встаньте, остальные под босс. Поднять. Зубы дашь под этот каст. Саня, что там, успеем добить? 10 секунд еще, ебать. У меня по 140 криты, ебать, еще. О, колечко, ебать, красиво, нахуй. Диск ролим сейчас? Да, диск ролим. Да. Ой, колечко. Колечко. Это бис. У меня на дриге такой есть, блядь. О чем? Так, ребят, давайте квест сразу активируем, ладно? Ну, давай. Ну, то есть, кто там возьмет, у меня просто такой же квест есть. О, у меня, там, ебать. Диск. У меня тоже. Дайте мне. Там же, типа, вот эту хуйню активируешь, тут моб, типа, с ним у него квест берешь, да? Ну да, там потом еще надо одного моба убить в этом же коридоре. В этом же коридоре? Поднимите, пожалуйста, меня, да. Шо я отдыхаю. Где ты? Сейчас подниму тебя. Где ты там? Я тебя не вижу, где ты, блядь? А, походу, только один человек может его сделать. За... Эй, а че, так, типа, отказываемся от лута или рулим? Потому что я от кольца отказался. Нет, нет, ну типа
шмот-то ролим, я именно про рецепты говорил, и этот... А-а-а, бля, я тоже отказался только. Сфера. Ну, я тоже от всего отказывался. Ну, кольцо кто забрал? Короче, команда. Да, шмот ролите. Я забрал. Давайте все весь шмот сани, потом паролим. Да, давайте так. Ну, по таймеру что там. У меня меч еще 1:12, типа. Ну, это первая шмотка. Да, ну, пойдемте убьем там в конце коридора, трэш. Так, а 10 диск доступа к панели пролинерки. А это где панель вообще? Сань, походу нам не выполнить, потому что это один раз за... Это... Ну, я не могу поговорить, вот шаман запустил, и все, и я как бы там... А я не знал этого. Шестеренка так. Попала. Ну ладно, похуй. Ну ладно, это тоже, да. Не да, я не думаю, что мы... Так мы с одним хуй двоих этих, ну, два убьем, а остальных типа как бить. Чего? Ну, Мирана можем убить, чем проблема? Не, ну он а туда. Этого... Хадира и Торима, точнее. В самый конец, пойдемте, там надо убить, квест плутать. Ну, а мобов убегаете просто. Да и Торима ёмню, в чем проблема? Нет, Торима, подожди, сегодня будут фиксы. Я не хочу убивать обычного Торима, чтобы потом вечером фиксы подвезли, можно было в хэмке. Разве не так вчера были фиксы? Хадира можно убить, а Торима. Ну, если вы хотите, завтра будет, вы можете завтра собираться в это же время? Да, да, да. 6 часов фикс. Ну я имею в виду завтра. Можете там в час собраться так же? А сольда 25. Да, у нас сольда 25. Если только в 12. Ну мы можем... Да, в 12 я с работы пораньше приду, типа. Или вообще... Я вообще, может даже отпроситься, хуй знает, смогу. Ради такого-то уж, блядь. Да. Ну, кто еще сможет? Все смогут? Да. Я могу. Я тоже могу. Ну давай тогда я пораньше спрошу. Арстайл тоже сможет. А, Дуга не сможет, нечаянно не сможет. Да, на сутках. А, тебе войдать не будете? Ну, я завтра на сутках. Бля. Вот такое, короче. Ну-ка, ходите, можем убить в обычке, мне все равно. Ну давайте убьем в обычке, типа, проще вот, смотрите, давайте на следующее КД договоримся, плюс-минус можно таким же даже ты составом шаман, ну, ты какой прайм-тайм вообще? Я могу с понедельника по субботу в любое время. Ну мы, типа, дальневосточники, мы стартуем 12-13 обычно. Да, в 13 так, можешь, у нас РТ, по сути дела. Ну, в принципе, да, иногда могу. Ну давай, чаще, да. В статике ходить хочешь? Вот. А мы куда, мы бежим на Алголому? Нет, квест, да. Да, тут, ну тут квест надо активировать, надо моба этого убить. А, вот этого моба убить надо. Приста, ты как, ты можешь с нами, если что, ходить? Бля, я бы красиво тут. Ну, да. Вообще, на следующей неделе там и так далее не про это. В основном ну, понял, нет. Понял. Да, с пристом разберемся. Найдем. А, у нас плюс 7 ему скапают. Ты бомжа этого ханта пересадите на лице. Да он, видишь, не хочет, блин. Так, блядь, у него хант нормальный, чё. Чем мы, танк чем подойдет. Чем танк, один танк? Сюда подойдите. Один танк. Арстайл, давай, правильно, и поехал, блин. Хуярь, блин. Да не упал фака, блин. Сука, давайте хоть засумоним одного, блин. Шашлыка, блин. Да вон, медведь уже спекнулся. Пать, еще медведь есть. Медведь хотя бы. 50к, нихуя себе. Сырно. Что-то нихуя даже не бьет. Сверка. Будем сгорю, типа, на РТ придет, почему я. Да, я тоже, ну, смотрел, что что-то его не было вообще. Хотя он светит, дышит.
все еще? Ну, сейчас зашел. Все. Так, ну что, все, я сделал. Пойдемте в самое начало, да, Игнис и прочую хрень. А что? Или дальше пойдем на смотрителя. Вон на смотрителя, на хранителя. Как хотите. Не, можем сразу по хардмоду ебнуть, а потом... Там дальше посмотрим. Ну да, хардмоду сейчас ебнем, а потом, да, еще вернемся. Ну мы Фрей тоже в хардмоде, да, будем долго? Просто Фрей убить можно, но там типа надо знание тактики и долго нам сидеть. То есть у нас времени уже на Фрей, там хардмода не будет. Я сейчас в конец бегу, еще раз задам квест. Вы можете за мной бежать, да? Убейте этих мобов с другой стороны. Вот этих трех. Ремонтников, правда, да? Тут еще все чугают сами по себе чуть-чуть. Ластерфолдер. Без глифа играть. Че, будем так же полетая рука играть? Одного танка. Так сейчас вроде там в одного танка уже. Ну да, в одного танка плита рухает. Там нету больше. Сань. Я? Хал. Помнишь, я тебе кольцо отдал, сос? Давай, не сравнивай, кстати. Ну я ж тебе тогда уступил, ты говорил, что это топовое кольцо, блядь. Бля, ну сейчас это топовое. Саня, время пришло, блядь. Бля, ну ты слышишь, давай, это надо жестко. В смысле жестко? Карригер потом, Сань, заберешь у него. Да, карригер заберешь, блядь, со смотрением кольцо. На их жизни, блядь. Да я один хуй не сролливаю, ебаный в рот. Переживай. Бля, ты себя вообще видишь, мобиба, тебе еще стыдно, у меня еще был брат. Здесь, бля, 226 я бы плюс. Бегает с этим, с 200-й, блядь, руками нахуй. На меня раздал. Колечко, кольцо. Че, в одного? Да, давайте в одного танка. Вот, спекните. Вы меня слышите? Вот сейчас, да. Что-то, блядь, выкидывается, заебал. Че, нам сапротики, наверное, надо пропить? Давайте. А мне нет. Давайте обмены. Сейчас, пару секунд. Чайник поставлю. Сяпыч. Еще надо кому-нибудь сапротик? Ну, а по сути, из того, что упало, кому-то прям что-то сильно надо. Ну, вот кольцо. Кроме кольца, я так понял. Я уж даже не помню, что там было. Там пуха была. Давайте хорошо. Потом, попозже. Окей. Там по времени, какое самое время такое? Ну, с первый шмот. 23, по-моему, самый первый. Первый шмот? А, ну все, тогда забей потом. Сейчас все равно никто ничего не будет. Арсайл уже отдали пуху, он уже успел ее задрансить, ебать. Звук изначально. Сука.
Вот когда он я летает. Я за регами пойду схожу. Да-да-да. Трасс побежал. Ну чё, давайте, чё все тут? Я только алголоны жду, блядь. Всё, нахуй, тут больше ничего не надо. Сапротики там все пропили. Тебе ничего не надо? Там пух упал, тебе будет не нужна, что? А, посох, ну посох, да, типа. Да нет, там пух упал уж. Ты же, ну, сам вы же мечи носите? Ну да. Не, меч там. 219-й меч упал уже. Ну да. Так, нет. Вы говорили, что делать? Да. Тело играем, и руку да, только когда кого-то возьмете. Не знаю. Да можно я не буду руку играть? Рука. Сука, пидор, блядь. Больше в руку бурсты отдайте, значит, с воплощением. Безвредный, ты сделал сейчас очень плохо, ты по рейду прибежал. Ты плохой, безвредный. К стене надо убегать, к стене и вдоль стены бегать с лучом. Там если быстро он писать будет. Рука. Рука. Смотри, там ДБ метку кидает на типа, когда она пропадает, там возле руки тогда выкидывает. У меня они задержки отправляют, сейчас я не знаю. У меня в рейдфреймах они задержки отправляют. Типа не сразу. Рука. По руке сыграть хила взял. Да. Срочно. А он что, в миликов схуярит или что? Да, ну, приезд, блин, ладно. В тело больше. 15%, по-моему, добьет рука. Рука. В руку. Неудобно просто. Стопнули по руке. Больше в тело. Руку, да. Все, выбили руку. Все, давайте в тело, наверное, крайний раз заедем сейчас. Сколько там процентов имеет? Рука. Ну, может, сливать я подобью за тело. Босс 21. Не, ну тогда выбить и пока стопнуть все равно. Да, больше... Все, выбили. Давайте в босса пока еще играем. На следующую руку уже все доиграем. Вот все, руку. Руку добейте, босс умрет. Где он там, блять, как я выбрал? Отлично. Не лутайте босса, меня опять выкинуло. Меня тоже заебали. Подождите тогда. Там сундук не открывайте, просто там вот сундук. Эта рука, она еще через тап типа не выбирается, вообще такое ебищно. Че тут касается тоже в одного? Все, я тут. Да, кошатница. Бля, он такой мусорный, блядь, мне даже падлу брать. Вот я хотел, чтобы он вчера выпал, блядь. Только не выпал. Да не, ну ебать, ну он мусор вообще. Пизда. Макс, сколько там на мече? Час и три, да? Или сколько? Час? 108.
поэтому все это. Понял. Да еще мы, блядь, убьем этого еще. Хадира ебаного. Давай. Не, ну я себе вру, блядь. Я не знаю, как звукам музыку вытаскивать в этого бота. Но все будет скинуть звукам. Че, ну думаю, Хадира убьем и паролем. Должен успеть. Блять, вот вчера вот реально встанет, я говорю, вот этот костер вообще не видел, блять. Я один раз, наверное, за все время видел этот костер, блять, и все. Я его в конце только начал видеть, потому что. Я просто бегал, знаем, типа, смотрю, он с краю этот костерчик, и все, потом я вообще его не видел. Да надо понять, какой моб его просто делает, я понял примерно. Рядом с ним тусоваться, рядом с собой его кидает. Сейчас, походу, придется на костре мне стоять. Почему хилы могут чё? Ты пускай хант на костре стоит. Хант на костре. Да. Не иди дальше. Только мне надо ещё понять тоже, как вам ходить. Сейчас она вернется и понял, как раз все подойдет. Чё, ну мы можем и со следующей платформы, в принципе, начать. Я просто вот так чик-чик назад её так вести. Можем вот этого моба пока уебать. Хайдера защитника, да? Выведешь его туда на портал. Он жирный, кажется, не? Он жирный слишком, его долго будем бить. Босс придёт сюда. Ну ладно, окей. Где арт ставим? Да, еще арт ставил, типа, нет. Ну, подойдёт. Я там огурцы как бы схаваю, типа. Погнал. Просто все стоим в мелизоне, когда перед смертью кошки просто отбежим. Ну, подъебал. Ну, а прожаться вначале прям. Блин, Эру можно создать с полом на кошек. Ты все время на боссе будешь. Сейчас, Антоха, и... будешь когда пулять, сразу прожмись, потому что кошки сейчас ебать будут жестко. Типа, если что, кошка может там паладин отвести просто. Если... Застанет там их, то все. Теперь припоты через 3, 2, 1, и гуляй. Блять, бросил. Я ебать их расщепила. Сука. Ты кошек? Ну блять. Дайте мне салю кто-нибудь. Под лицо все, под лицо. Тремор есть? Тремор есть? Тремора нету. Тебя под лицо вернись. Ой. Ауе. Виск. Нормально. Убирай кошку, Дука. Кошку. Блять. Кошку добейте. Ну, сейчас сдохнет, но же это. Буду бегать. И сразу пару шагов. Нас кто-то умирает, сразу отходить.
Ой, каски. Кошка. Уе. Сука. Он сдох. Веди. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. БР шамана. Сразу и норма. Так, у просто маны нету, блядь. Гимн сделайте. Да? Вон атай. Ноль урона, ребят. Нормально все. Каст. Сразу погибал. Иск. Кошка. Да, кошка. Блин, да сука ты заебала, блин. Стан, 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 хорошо. Чё на косты кипит, тварь? Тас, чё там? Всё, беда. Риск, 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 риск. Давай, добьем уже. Че упал? Хуета! Бля, как же она орну орет, когда умирает? Как будто ее режут, ну. Бегите так, Петов на пассив поставьте, не цепляйте эти книжки. Я отойду покурить. Я Макс не прицепился, короче, не пройди меня. Я сейчас тоже отойду, Сань. Клоуна, да? Чистите трек. Давайте, давайте добежим до Хадира и отойдем покурим. Давай. Батя не ебалай, конечно. Вам дан. Тут данк. Ты как баскетбол урока, блядь. Я думаю, должно работать, когда он приземляется, нас тут же подкидывает. Типа. Ну да, что-то как-то криво. Ух, ебать, боеха. Вот это боеха, блядь. Анрол, хуля. Это красы ее. Че, кто цепанет нахуй, ну-ка. Никто. Сейчас ебка будет. Ближе подойдите, а то отлетите на кучу. Ау, ото льда. А, вижу, вижу, хорошо. А я заевейдил его прыжок. Не знаю, как он. Реально. Бьем мопу.
Собрался. Кому там мало места? Танку. Саня, бля, ну как тебе не стыдно? Натуре. Ты, наверное, беги с ними до конца, слышишь? Веди их до конца прям, там зальем их. Только направо, направо. Или что? Не туда, не туда. Бля, там еще эти вышли. Ой, короче, заливаю. Ты что, до бесконечности будут проходить с этой кучей? Ну да, типа, надо если пулишь, он тебя... Блядь, не, ну просто типа, один раз зальешь, если ты еще раз наступишь, они еще раз полезут. Не, я просто не стою рядом. Так они вон лезут еще с одной кучей. Репу пофармить. Надо уходить отсюда. Было с кем бы. Так, с них шмотки падают в 25, нет? А, 245. Пофиксили. Вчера падает. Вот, Саня, просто охуенно. Саня, ну ты вообще ванга. О, Саня, ебань, красиво. Чё? Боеха, нахуй, пан. Чё, покурим пару минут? Давайте. Саня, вот, короче, которая самая правая, по-моему, вот. С вот этой. Всё, она стоит, по-моему, костёр. Я найду. Здесь. Просто мне нужно в него встать, да, и все. Ну, да, вот просто рядышком с ней тусоваться, вот как он стоит, вот этот костер. Вот так же где-то рядышком встанешь, все. Маг ставит костер. Бля, вот с него посох я бы себе взял. Вообще жесткий посох просто, бля. Два сакетика.
Щит два... Щит просто два сокета, блядь. Это пиздец. Ты такую шмотку нахуй придумал. Чё, покурили? Покурили, потупили. Знаешь, что такое? Двое. ДК, ты когда будешь танчить, смотри, ты с этим боссом не бегай тут по всей этой комнате. Просто старайся водить на РНЖ РДДшников вокруг луча, в котором они стоят. Плюс-минус. И тоже вы не лутайте эту лужу, и если стоите в луче, падает лужа, вы отошли, потом вернулись в луч, либо просто перейдите на другой луч. РДД разбивают самого левого моба и центрального. Милики разбивают вот этих. Босса подводишь сразу по двух правых мобов. Геру по команде, и поты тоже не пейте, тоже под Геру выпейте. Мобов по КД, да, бить? Ну, под костра возле, чтобы я мог стрелять. Мак инту бафни. Все. МК тоже обнови. Так, чё, артстайл пришёл, войд пришёл. Не, нихуя. Ни одного, ни второго. О, один пришёл. И смотрите, будет кидаться баф, это молния. Обязательно ее надо разнести по рейду. То есть по миликам и по РДДшникам. На вас прокает, вы побежали, вы стоите в РДД паке, подбежали к мили паку, вернулись обратно. Если на милика бежал в РДД пак, вернулся обратно. Войт пришел, да? Угу. Грозовая энергия, это баф называется. Так, ну что, еще раз давайте все проверим, все готовы. Нечаянно будут появляться такие тут лучи, то есть как метка, допустим. Просто такие столбы света, как на этом, на то есть вот это, как луна, типа такое же самое будет, ты должен стоять в нем и бить. Когда там будет появляться лужа, ты должен отойти от него, упадет снежинка, вернуться обратно. Всем обязательно забежать на большую снежинку. То есть вы становитесь рядом с большой лужей, вместо нее появляется большой сугроб, заходите на сугроб, бьете босса дальше, потом разбиваете мобов, все по кругу. Рыбу покушайте. Поменял. Саня, ты тут? Сейчас пульнем там, посмотрим. Если не будем успевать хэм-мод, будем падать. А сколько, ну, ты там, ну, где последишь или как? Истерию под Геру дашь. Все готовы? Сейчас, готовы. Сразу на кастовые тех мобов, и можно пулять. Погнали, погнали, я кастую уже. Нон-стопом двигайтесь, на вас настакивается. Да. Стрелёк разнеси. Вижу костер. Под луч дали. Геру дали. Там это надо отойти. Обратно встали. Обратно встали лучше. Ребята, следите, не лутайте эту лужу. Это просто отойти вам надо и потом встать назад. То есть. Костер вижу. Это прям костер идет, братан. Саня, разнеси в мини зону, блин, дай. Сейчас большие сугробы будут. Стоим рядом. Рядом стали с сугробами. Зашли. Босса заводи тоже. Мобов разбили. Вот, под мобов поводи. Три моба сразу. Босса под мобов. Там пал упал. Я упал. Ну, вы должны успеть, если вы не будете лажать. БР есть. Блять, вы лутаете, пиздец, эти маленькие лужи, нахуй, каждый раз. Бля, я там под костром, я просто пока готовлю. Падайте. Вы видите вот эту метку, вы просто отходите от нее, вот так вот отошли. Вот, я стою, упала, она стали обратно. Вот она упала, вы обратно зашли. Обратно чуть-чуть отошли.
Дайте вон арсел. А что такое ледяные дуновения, Хадир? Что это, что такое? У босса загораются руки синим цветом. Он вешает на себя... У меня эта хуйня убила, блин. Он вешает на себя баф. Я думаю, многие еще не смотрят за стаками. Прям конкретно вас пробивает, это не прохиливается. Тело не вставайте, там этот, на лице висит этот. Не знаю, мне стаки по 228 бьют, охуенно. Я говорю, чипа надо было сдать. Кого еще там бьют? Нечаянно по 100 стаки бьют, по 500 бьют. А хуй знает, кто там по стаков убирает. Я же правильно, да, костер стаковал? Все правильно было? У меня получалось? Костер стака только на мне дебаф или что? Или на всех? На весь рейд. На весь рейд, да-да-да. Ну кто смотрел вообще, он стакался, нет? Да хуй знает, я не знаю. Я не знаю, там прям стычки чуть ли не 70% снимало. Не, ну это нравится. Он походу с мобами дерется. А все. Ну так да. Есть. Тут очень много хосты из этих бафов.